Так, все завалили ебало, начинай спектакль. Всем встать! Суд идет! Ой, ебать! Всем встать, скуп идет! И дай мне ему! Кто не встал, сейчас вот это как в голову запущу! Я встал. Ну ладно. Уважение к суду, всем встать! Ебать вам ваше уважение к вашему суду! А вот сейчас мы с вами и поговорим. Давай сейчас сюда. Не иди ему, Донателло! Можно садиться. Бутылку. Мы начинаем судебный процесс по делу рецидивистки Дарьи Татарчук. Товарищ прокурор, озвучьте предъявляемое обвинение. Товарищ Татарчук, вы обвиняетесь в угоне лифтов, в участии в ОПГ под видом клоуна, кухонном экспедиционизме, призывом к революции и принудительном сидении на лицах. Я протестую! Каковы ваши доказательства? Книгум! Обвиняемая, вам знакома эта книга? Да, это моя книга, и там просто стихи. Ну да, про лифт, ну что ж такого. Давай угоним лифт, на нем умчимся к небу, до самых туч на них. Построим дом из снега, посмотрим вниз, туда, где в панике все люди. Случилась там беда. Подъезд без лифта будет, а будет лифт над ним, на тучах примеркован. Послужит нам двоим, для них он бестолковый. Не пустит выше страх, чем на этаж девятый. Не быть им в облаках со вкусом сладкой ваты. Свобода не для них, никто свободным не был. А мы угоним лифт, прокатимся по небу. А вот мне стало известно, что после ваших стихов по всей Москве стали совершаться акты урона государственного имущества и угоняют все, что можно угнать. Я протестую, моя подзащитная не может отвечать за всяких пидорасов. Вот послушайте, товарищ. Товарищ медведь. Давай угоним эскалатор, продлим его на сотни миль. Быть может попадем куда-то, где ждут камин, друзья, ваниль. Давай свои покажем фильмы, и небо будет как экран. Завяжем ленточки на ильме, давай устроим балаган. Давай с тобой болтать ногами, беспечно светит из окна. Но что-то происходит с нами, не те слова, полутона. Не дышим более полной грудью, ущербность дум, мечтаний ноль. И рады праздному безлюдью. Уикенд, соцсети, алкоголь. Воюем строго на диване. Сегодня к этим, завтра к тем. Как шавки лаем в караване. Ограды строим мы с дилем. Давай настроим навигатор, чтоб все дороги шли в рандом. Давай угоним эскалатор. Метро, автобус, алко, дом. Браво! Ваша честь! Моя подзащитная не может отвечать за угон эскалатора, который она не совершала. И, бля, и мне кажется, что в этом преступлении чувствуется ваш почерк. Не хами суду. Пошла в пизду. Иди нахуй. Пошла в пизду. Товарищ прокурор, что мы на это скажем? Участие в ОПГ под видом клоуна. И чтобы разобраться в этом, нам надо пригласить свидетеля Алексея Михеева. Ну? А линия защиты не возражает. Ну, расскажите нам, что за безобразие вы здесь устроили? Товарищи обвинители, вам бы мой график работы, вы бы и не такое устроили, но честное слово. Пошел дрессированный клоун. Дрессированный клоун стоит на арене. Он получит зарплату и купит пельмени. Клоун знает, что если доволен народ, то он сможет чуть-чуть успокоить живот. Дрессированный клоун из номера в номер веселится, как будто он жизнью доволен. Разукрасит лицо и наденет парик. Вместе с ним посмеется и малый велик. Дрессированный клоун не может быть грустным, запрещая начальству ему это чувство.
у него из ладони исчезнет платок. Жаль, что он за ним следом исчезнуть не смог. Дрессированный клоун закончит работу. Он поедет в метро, подавляя зевоту. Смоет грим он, как только вернется домой. Он встречается в зеркале клоун со мной. Поддается дрессу, и это серая масса. Дрессированный мир за улыбкой в слезах. Рыжий клоун с гранатою из пенопласта. Сердце ёхов застыло. Финита! Баба! Хулиганка в суде. Какой кошмар. Михеева тоже под стражу. Вы не имеете права. Я буду бороться. За что? За свои права? За права и... За Родину! За Сталина! За Римскую империю! Сложили свои головы! Не встали на колени! Спокойствую истории! Мало бюджетных серий! И нарезают мрачно над нами серой тени. За Родину! За Родину! За Родину! Билла Гейтса! За 205-й яблочный айфон влияет мозг! За стерилятие пальцы! За селфи в жопу палочки! Веди, полковник Сандерс, нас пламенный поход! Товарищ прокурор, какое следующее обвинение? Кухонный эксгибиционист!